Так, давай, проверяем, проверяем, проверяем. О, привет. Я залез не туда, куда надо. Я проиграю сейчас. О, привет. Давай, 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 давай. Тюленчик. Привет, чувак. Так, Валера, куда ты? Он взорвался просто, пытается уйти. Не уйдет. Я полетел, до свидания. Друзья, вы только посмотрите на эту красоту. Это же настоящий шедевр. Это настоящая роза из Brawl Stars. В общем, всем привет. С вами, как всегда, Робзи. И добро пожаловать в Brawl Stars. И сегодня будет новая мини-игра под названием «Прятки на карте Розы». А теперь правила игры. Один игрок, то есть я, выбираю бравлера Розу с новеньким гаджетом ядовитой заросли. А остальные 9 игроков прячутся от меня на этой карте. Ну и главное условие — победить. Побеждает последний выживший. Но перед началом хотел бы вас попросить, обязательно поставьте лайк этому видео, нажмите на красную кнопку подписаться, если вдруг еще не подписаны, а также, внимание, зайдите в магазин и проверьте, введен ли у вас код автора Робзи, потому что этот код введен только у самых крутых игроков в мире. Проверили, погнали. Ну что ж, ребят, первый раунд и от моей Розы. Будет спрятаться максимально сложно, потому что у меня есть 3 шанса, 3 попытки найти. Ребят, у меня есть специальный гаджет, который мне поможет это сделать. Ребят, я советую вам быстро отсюда уходить, потому что вам мало не покажется. Итак, есть 16 баночек, идем на поиски. Пока что мы идем потихонечку, не спеша, потому что я смогу найти. Я смогу найти, ребят, на изи. Вот так. Допрыгался, допрыгался, как говорится. Посмотрим, кто у нас здесь. Так, минус Эль Прима. Как быстро это произошло. Просто пипец. Так, привет, 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 привет. Да, хотел уйти, хотел уйти через телепорт. Ты кого хотел обмануть? Ты хотел обмануть Розу? Вы понимаете, он хотел обмануть Розу. Проверяем, а кто у нас здесь? Никого? Никого здесь не было? Да ладно, я не верю. Неужели в этой части карты реально никого не было, представляете? Я реально думал, что здесь-то будет. Ладно, ладно. Они решили сделать по-хитрому. Они решили уйти в другую сторону. Но троих-то я уже нашел. 3 человека уже пойманы. Так, давай, перепрыгните. Перепрыгните, ну, ко мне. Давай, 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 давай. Опачки, посмотрим, кто здесь у нас. Так, а, вот так вот вы решили. Хитрым способом, ладно. Не беда, не беда, не беда. Сейчас мы вас поймаем. А как они туда забрались? О, привет. О, привет, пацаны. Давай, 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 стоять. Но вам придется отсюда выйти. Вам придется отсюда выйти. Кстати, куда меня отправит желтый телепорт? Мне кажется, не хочется это проверять. Вот вообще не хочется проверять. Так, смотри, пацаны, я вас сейчас найду. Ну-ка, давайте, выходите отсюда. Выходите. Посмотрим, что сейчас делает. Так, давай, давай. Оп, 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 оп. Так, давай. Блин, я хотел его обмануть. Блин, я не думал, что он телепортнется сейчас. Блин, а как он туда залез? Как он туда залез? Ах, ты ж негодник. Я тебя сейчас достану через ящики, блин. Я сейчас... Воп, в следующем раунде нужно запрещать. Нужно запрещать этих бравлеров. Так, 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 так. Ах, ты ж гад, успел уйти. Я даже если включу ульт, они отсюда... Ну, я отсюда как будут уходить? Я не знаю, как они отсюда будут уходить, ребят. Это будет пипец как опасно. Так, давай, давай, давай. О, Валерчик, ты доигрался. Нет, в смысле, ты меня выбросил? Ты там что, офигевший? Еще кого-то выбросили. Жесть. О, привет. Минус божеш, минус божеш. А я зайду. О, запрыгнул. Пацаны, как дела? Идет сражение. О, ежик сейчас умирает. Ежик умирает. Минус ежик. Кто остается? Кто выжил-то? Сэнди, кстати, Сэнди, создатель этой чудесной карты Розы. Пришлось сделать некоторые изменения в правилах. Мы убрали бравлеров. А, они взяли Эдгара. Я забыл сказать про Эдгара. Вот гады. Вот гады. Они везде ищут лазейки. Понимаете, я сказал, что нельзя брать Брока. Нельзя брать Динамайка. Нельзя брать Эль Прима. Они взяли Эдгара. Они взяли Эдгара. О, Эль Прима. Прима-то я сказал, не надо брать. А кто-то взял Эль Примыча, да? Кто взял Эль Примыча? Сэнди. Но за это он, в принципе, поплатился. Так, кто здесь еще у нас рядом? Где-то здесь Эдгар бегает. Ну-ка. О, а так можно было запрыгивать? Так можно было прыгать? Ладно, мы сейчас найдем. Мы сейчас по-любому найдем. Смотри, смотри, смотри. Кто здесь есть? Так, кто здесь есть? Куда вы пошли? Куда? Интересно, он выпрыгнул? Он знал, что я здесь иду? Давайте проверим. О, привет, чувак. Привет, дружище. Давай, да, 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 конечно, конечно. Конечно, конечно. Далеко ли ты уйдешь? Далеко ли ты, дружочек? Ну, максимум до телепорта ты сможешь дойти. А дальше что?
А дальше что? А дальше что? Ой-ой-ой-ой-ой, это было минус 3. Минус 3. Это было просто только что минус 3. Жесть, 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 жесть. Ульта нечестно, это было запрещенный прием. Так, телепортируемся сюда. Давай, 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 давай. Ах, ты уходишь. А как он туда запрыгнул? Я не понимаю, как он туда запрыгнул. Так, ладно, у меня есть еще одна проверка. Проверяем. Ага. Ой, Wi-Fi, нет, 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 пожалуйста, Wi-Fi, не лагай. Не лагай, так. Я не успел зайти в телепорт, камон, блин. Так, так. О, спасибо, спасибо. Где пацаны? Давай, вот здесь. Сейчас найдем. Третий раз проверяем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-опочки, там вдвоем замедлили. Оп, минус Гейл. Сюда пошли. Так. Хорошо. Здесь еще кто-то остался. По-любому кто-то остался. Где я, пацаны? Я вас найду. Я вас сейчас всех найду. Капец, я огромный по кустам пошел искать. Так, оп-оп-оп-оп-оп, привет. На Мортисе своем хотел от меня уйти. О, нашел Тару, привет. Кто выжил? А кто выжил-то? Кто последний остался? Эдгар тоже будет запрещен сейчас. Нельзя будет брать Эдгара. Я реально чувствую себя каким-то негодяем, потому что я запретил еще Эдгара. Посмотрим, что они придумают в этот раз. Ну, в ответ на то, что я запретил много бравлеров, я не возьму все банки. Я возьму почти все банки. Пускай это будет 12. Больше собирать не буду. Так, если вы не спрятались, как говорится, я не виноват. Просто минус 2. Извините, пацаны, но такие правила. Вы не спрятались, нечего было сидеть вначале и пытаться от меня здесь как-то увиливать. Так, кто здесь прячется? Кто здесь у нас прячется? Мне кажется, кто-то в начало пойдет. По-любому кто-то пойдет в начало, и мы сейчас проверим. Так, подожди. Здесь у нас есть... О, привет. Привет. Блин, меня выбросило далеко и надолго. Так, забираем обратно. Мне кажется, кто-то в начало пошел. Проверяем. О, привет. Тюленька решил от меня здесь постоять в начале. Так, давай, проверяем. О, привет. Посейдон с двумя банками. Нормально, вы, конечно, устроились. Нормально, остается 4 игрока. Пятерых я уже нашел. Где же мои ребята? Так, проверяем. Блин, я никого не нашел. Я с помощью гаджета и никого не нашел. Так, мне кажется, они по-любому где-то возле телепорта. О, не получилось меня оттолкнуть. Он хотел это сделать, не получилось. Так, джампер, я понял. Так, погоди. Я проиграю сейчас. Ах, вы ж гады, так нечестно. А, вызволяйте меня, бросайте ульту сюда, Тары, давайте, высвобождайте меня. Жесть, ну за что? Во, хорошо, все, бегите. Все, Тара убежала. Вы понимаешь, вот это какашники, понимаешь, просто дикие псы динго. Привет. Не успела замахнуться. Было очень близко, хотела замахнуться, но почти, давайте. Хоп, оп. Кто-то здесь остался, по-любому остался. Кто? А где, куда зеленый? Нет! Какой зеленый телепорт? Я лечу обратно, пацаны! Я чуть не проиграл, нормально вообще? Это просто какой-то трэш. Так, давай, снесли. Вот здесь по-любому кто-то сидит. Я кого? Они вдвоем проиграли, но ежик умер последний. Итак, правила смягчились. Ребятам я разрешил всех брать бравлеров, поэтому я беру все банки. Щадить я никого не буду. Ну, по крайней мере, у нас есть мистика, ФКшник. Ну ладно, давайте оставим его на потом. Пускай убегает, даем шанс. Раз, два, три секунды. Ага, смотри, что делает. Пытается уйти. Это было прикольно. У него чуть-чуть не сработало. Я разрешил им взять любых бравлеров. Но что? Ага, Посейдончик, привет. Ага, один хп, стой! Он спас своего друга, вы прикиньте. Он реально засейвил его. Он просто спас... Да куда ты стреляешь? Ох, ты негодяй. Так, давай. Успел. Капец, у него там сколько хп это оставалось? 1, 2, 3. Так, кто где? Проверяем. А, вот здесь вы, пацанчики. Здравствуйте, я иду к вам в гости. Я вас всех сейчас здесь просто забодаю. Минус один. Ну что там, пацаны, как дела? Просто зажал в углу. Они решили здесь в углу спрятаться. Не-не-не-не-не, я просто просветил, вижу там толпу. Я реально просветил, вижу, толпа бегает и ничего не хочет мне сказать. Мы что делаем? Мы заходим в синий телепорт. Так. Ага. Ну. А как куда-то залез?
Как он туда забрался? Я, подожди, я не понял. Здесь где-то джампер стоит, что ли? Здесь где-то... А, ему поставили джампер. Я понял. Где-то здесь сидит Гейл, и ему поставили джампер. Так, давай. Что мы делаем? Что? Да я застрял. Так. Минус Бия. Высидел, просто выждал момента. Сейчас мы найдем. Мы сейчас найдем, кто здесь прячется. Кто здесь прячется? По-любому найдем. Так, включаем ультес. Давай. Привет, дружище. Друголетчик, привет. Так, Валера, куда ты? Он взорвался просто, пытается уйти. Не уйдет. Кто остался? Кто выжил? Сэнди. Кстати, он создатель карты. Я не помню, говорил или не говорил. Вроде бы говорил. Ну, красиво. Ну, подлюка, конечно, ты. В хорошем смысле слова, ребят. Никого не пытаюсь оскорбить. Я надеюсь, что в этот раз ребята быстрее среагируют и свалят с Респа, потому что здесь им ничего хорошего не сулит. Я как только набью все эти ящички, забираю все эти коробочки и иду искать. Я не буду ждать. У них нет много времени. У них есть очень мало... Это такая странно, да? У них нет много времени. У них есть мало времени. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Так, ладно, давайте. Будем идти вот так. О, привет. Привет. Да. Ну, дружище, тут так не прокатит, понимаешь? Я это местечко чекаю постоянно, и от меня здесь... Может быть, здесь в углу прям кто-то стоит? Не-не-не, в углу никого нет. Я думаю, что в этот раз кто-то решил вернуться в начало. Проверяем. Так, просветили. Нет, никого здесь нет? Да ладно, ладно. Ну, удивительно. Удивительно, но ладно. Так, здесь в углу тоже никого нет. Они сейчас опять будут мутить здесь на телепортах. О, смотри. Приветики. Извини, дружище. Извини, братишка. Ну, а как говорится, на что летел, на то и напоролся. Так, я вижу их. И я их прекрасно вижу. А что здесь у нас за ребята сидят? Так. Да. Сломали. Минус один. Так, у тюленя очень мало хп. Мы пока его не трогаем, потому что он нам не интересен. Где? Где ребятульки? А здесь кто-то сидит? А здесь спрятался? Нет, решили все выйти. Ладно. Так, подожди, я их вижу. Оп. Здесь кто-то был. Оп. Хотел уйти от меня. Тормози, дружище, тормози. Так просто от меня не скрыться. Хотел обратно в телепорт через меня проскочить. Но Роза с 20 банками не прощает, ребят. Она никого не прощает. Вот здесь, если кто-то есть, то ему капец. Нет, никого не было. Ладно. Где они сейчас шарятся? Где-то еще 5 человек. 5 человек где-то сидит. Что мы делаем? Мы вот так вот используем данную штуку. Так. Блин, он меня выбросил. А где еще? А, вот вы где. Хе-хе, пожалуйста, решил улететь от меня. Да стой ты, погоди. Там кто-то еще был. Вон там, они в зеленом телепорте ждут. Вот здесь они ждут чего? Чего вы ждете? Хе-хе-хе, минус 2. Главное, меня не отправьте. В зеленый телепорт будет очень больно. Очень больно. Так, синий телепорт. О, приветики, привет. Коп, минус 1. Где-то еще. Опять они не своих эльпримах. О, привет. Давай. Тюленчик. Сэнди опять победил. Слушайте, они подставляют друг друга просто на каждом шагу. Реально, вот скажу вам честно. Одно обидно, что у Розы всего лишь 3 гаджета. Я бы с радостью этими гаджетами сейчас постоянно всех находил. Просто постоянно всех искал. Давайте мы в этот раз не будем брать все банки. Возьмем так, ну, скромненько. 13-14 штук. Хотел скромненько, нечаянно взял, чем больше, чем нужно. Так, я вижу. Так, а здесь никого не было, да? Я, насколько понимаю, здесь никого нет. Здесь точно никого... Да, реально не было никого. Ладно. Я думаю, что кто-то пошел в начало, но в этот раз мы туда не пойдем. Мы сходим вот так вот. Я обычно иду по той стороне. О, привет. Привет, Посейдончик, привет. Ну, блин. Я не знаю, зачем он берет био, на что он надеется. Ему нужно заранее ставить бочку, пытаться как-то меня замедлить. Ого, там народу было. Видали? Давай, кто-то... Так, замедляем. Ой, там воробушек. А, он меня решил замедлить. Ах ты ж гадина. Вот это хитро, вот. Капец, я еле ползаю. Так, а здесь кто-то есть? Где они? А вот он опять меня замедляет. Да нечестно так, замедление долбанное на меня работает. Хотя у меня такое же есть замедление. О, привет. Подожди. Опять замедление включил. Да стой ты, подожди. Дайте в телепорт зайти.
Дайте зайти в телепорты. Гадины, я вас ненавижу тогда. Пошла, понеслась. Где-то здесь Тара. Ага, Тару убили. Тара готова. Синий телепорт, ребят. Включаем. Ой, там разнесли. Так, давай. Блин, я не могу обратно. Сломайте стену. Сломайте, пожалуйста, стену. Так, здесь кто-то есть. Видели. Так, начинаем лупить. Просто оп. Принесли эльпринчика. Так, кто там? Я Валерчика, да, победил? Так, пацаны уже использовали телепорт. Я успею. Оп. Что такое? Как дела? Нормально? А где еще, ребята? Так. Минус мистик. Извините, пацаны, пожалуйста. Ну, бывает. Минус божеш. Пытался уйти. Кто остался в живых? У меня, правда, нет гаджета, но здесь кто-то сидит. По-любому здесь сидит. Да ладно, Сэнди, 4-й раз подряд. Да как он выживает? Слушайте, это мега-крысюк нереальный. Ну что, ребята, веселуха закончилась. Теперь я играю против Розы. И кто у нас на Розе? У нас на Розе Сухарь. Нужно уходить как можно дальше. Нужно набить, во-первых, себе еще ульту. Пацаны, дайте набить ульту. Дайте надубасить. Мне еще надо разочек. Дай еще, пожалуйста. Еще одна тычечка. Так, телепорт. Посейдона бьем. Все, у меня есть ульта. Пытаемся спрятаться как можно дальше. Если я вот туда прыгну, где черепочки, то, в принципе, будет все неплохо, да? Ладно. Будем использовать тактику галактику. То есть будем стоять вот здесь. Видите, что они делают? Там можно было пробить. Да, вот так. Меня перебросили сюда. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Я вам очень благодарен. Я вам реально благодарен. Так, ну что? Иди отсюда. Я хотел его не туда бросить. Я реально его не хотел туда бросать. Давайте мы здесь немножко прочистим. Вот, Сэнди залетел. Он сломал, дурак. Он сломал проход. Зачем? Он сломал проход. Нам сейчас будет просто ГГшечка. Сейчас будет Роза идти, мы отсюда все полетим. Реально, все будем летать. Да отвалите, вы бьете меня по голове своими. Все, тихо, сидим. Да, блин, перестань уже. Я сейчас кому-то втащу, у меня мало хпшечек. Нужно улетать. Сейчас будет нужно улетать. Так, там где Роза? Где? Ага, видишь, Роза. Все, пацаны, пока. Я полетел. До свидания. Нет. Уходим. Он сейчас меня реально найдет. Если я вот здесь стану, он меня может найти, да? Или нет? Смотри, нашли. Бьют. Кого-то бьют. Роза идет искать. Блин, я спас его, не должен был его спасать. Да отстаньте от меня. Нет. Это Роза, блин, я мискликнул. Капец. Выигрывает божеш. Красавцы, ребят. Ну, это просто пушечная мини-игра. Я не знаю, если вы здесь не наберете 50 тысяч лайков, то я не знаю, что я с вами сделаю. Ничего не сделаю, просто, ребят, 50 тысяч лайков, подписка, колокольчики, конечно же, код автора, ребят. Код автора вводите все до единого. Все, всем удачи, покедова.